Привет, добро пожаловать на канал Inform TV. В январе 79 года советский круизный лайнер Леонид Сабинов стоял у берега Австралии. И на весь мир прогремела новость, которая стала чуть ли не главной в том году. Побег из СССР девушки в красном бикини. Через день все австралийские издания пестрили публикациями с заголовками «Добро пожаловать, Лилиан». Лилиана Баранецкая родом из Украинской ССР. Получив неполное школьное образование, она уехала в Одессу и поступила в ПТУ учиться на судового официанта. Окончив училище и пройдя множество проверок, Гасинская была принята официанткой на круизный лайнер. Когда судно находилось возле Сиднея, а соседки по каюте ушли на вечеринку, Лилиана в одном купальнике вылезла в иллюминатор и, укрываясь от прожекторов, 40 минут плыла к берегу. Знала ли она тогда, что в этой сиднейской бухте водятся белые акулы? Наверное, нет. Около полуночи сотрудник местного университета, выгуливавший на берегу собаку, нашел девушку с окровавленными ссадинами. На ломаном английском языке она попросила у него одежду и пыталась объяснить, что сбежала с советского судна. Мужчина приютил беглянку, которая уже на следующее утро просила у австралийских чиновников политического убежища и позировала в том красном купальнике для СМИ. Она рассказала журналистам, что еще 14-летней девочкой начала мечтать об Австралии, когда увидела ее пейзаж на открытке. Единственный способ осуществить эту мечту – это были пассажирские лайнеры, поэтому она и пошла учиться на официантку. Статус беженца она получила очень быстро, при том, что Австралия редко кому вообще давала убежище. Она окончила школу моделей, участвовала в телешоу, работала на радио диджеем, а через 5 лет вышла замуж за бизнесмена, стала примерной женой и многодетной матерью. На сегодняшний день Лилиане 61 год. С супругом-бизнесменом давно развелась, а из Австралии перебралась в Великобританию. Публичности избегает, а о бурной молодости предпочитает не вспоминать. Неважно каким способом, главное, что мечта 14-летней девочки сбылась. Пожелаем ей всего самого наилучшего. А вы помните эту громкую историю? Если да, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!